Всем привет! Сегодня мы продолжаем проходить игру «Растения против зомби», и у нас на очереди бонусная миссия «Пиньята». В данном уровне будет босс, так же как и могила, который в основном в конце поля. Начинается уровень, и мы получаем первое растение, это звезда из платного списка в новом облачении. Костюм, судя по всему, мы получили уже давно, потому что за последнее время не так-то и было очень много костюмов в конце «Пиньята». Если попадались, то я помню, какие растения. Среди них звезды не было. Помимо звезды, мы еще также получаем апельсин, и можно сказать, что растения в этой миссии, в принципе, неплохие. То есть нам будет очень, ну, не то чтобы легко, есть босс, все-таки я не знаю, в каком количестве они будут, но тем не менее мы можем достойно противостоять зомби. Помимо этих растений, мы еще также получаем горох. Тоже неплохое растение, но, конечно же, не такое мощное, как два предыдущих. Это звезда и апельсин. Я надеюсь, что мы будем получать больше, чем гороха. Горох очень неплох, когда он в связке с плантом. Мощный такой удар происходит, такая лавина гороха, и против нее устоять, наверное, не сможет, ну, скажем так, середнячки точно. Уже, конечно, более сильные противники, тут уже как получится. Мы еще также получаем бомбу картофель, которая еще вдобавок прокачана в Зангардене. Это уже кое-что. Если будем получать постоянно, то точно любые зомби не страшны в этой миссии, включая босса. Боссу надо буквально всего ничего. Две бомбы, и он, в принципе, готов. На нас сейчас надвигается большая волна. Подходят к нам крупные силы противника, в основном это летающие противники, которые, кстати, очень, можно сказать, такие опасные. Бомба картофель их не берет, потому что они парят над землей. Но достаточно звезд, блестки по всему сейчас полю, так что и летающие противники будут нам особо нипочем. Есть еще из опасных, это мумия с компанией Ancient Egypt, но пока что успешно им тоже противостоим. На нас сейчас надвигается большая волна, и мы получаем плант. Это уже по ходу финальной части игры, так оно и есть. Мы сейчас задействуем плант для звезды, потому что очень близко подошли там противники. Ну и сейчас ставим под босса какие-то любые растения, для того, чтобы его как можно больше задержать. А мы сейчас получаем бомбу картофель, ставим его для босса. И он успешно, я не знаю, от бомбы картофеля, по-моему, нет. А может быть и да, я, честно говоря, не рассмотрел, но в общем самое главное, что мы его наконец-то убрали. Ему там буквально было всего ничего, то есть либо же мощные удары звезд, либо апельсина, в общем коллективно мы его одолели, как и всех остальных противников. После чего мы проходим данную миссию и будем открывать призы. У нас в двух подарках попадаются деньги, и в третьем мы находим алмазы. На этом будем прощаться, подписывайтесь, комментируйте, до новых встреч, пока!